От лица команды «Светлого радио МНН» я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к Ассоциации христианских журналистов «Новая медиа» с днем рождения. Всех тех, кто начинал эту ассоциацию, и тех, кто присоединился, может быть, совсем недавно. Курс «Новая медиа» не поменялся за эти 10 лет, и он объединяет людей, которые получили Божье предназначение, Божью задачу, Божье задание, помогает общаться и поднимать свою профессиональную работу на высокий уровень, чтобы Божий ответ для профессионалов в нашей сфере был получен, чтобы любовь Божья, приготовленная для этого времени, она могла быть отдана журналистами друг другу и получена. И это очень важно в наше время, когда каждый человек в своей профессиональной деятельности должен не забывать, что мы готовим путь к Господу. У нас вот такая миссия здесь. И поэтому я хочу пожелать, чтобы сотрудничество с Ассоциацией «Новомедиа» для журналистов, работающих в разной сфере, оно принесло и радость, и удовлетворение, и желание сделать для Господа еще больше.